9 декабря не стало Алены Мешковой, руководителя благотворительного фонда Константина Хабенского, помогающего детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Ей было 44 года. Более 3 лет назад у Мешковой диагностировали рак, который она так и не смогла победить. Коллеги вспоминают о ней, как об удивительно теплом, мужественном и терпеливом человеке. Алена всегда находила нужные слова для поддержки тех, кто в этом нуждался. Меньше чем AMG-класс равно Allegencentur Size Full WP Image минус 244383 SRC равно HTTPS обалдела. Ru WP Content Applaudes 2021-12 безымянниш минус 14.jpg alt равно it равно 1178 height равно 602 SRC set равно HTTPS обалдела. Ru WP Content Applaudes 2021-12 безымянниш минус 14.jpg 1178 w https обалдела точка ru косая черта WP дефис контент косая черта Applaudes косая черта 2021 косая черта 12 косая черта безымянниш дефис 14 дефис 300x153 jpg300w, https обалдела точка ру косая черта wp дефис контент косая черта applaudes косая черта 2021 косая черта 12 косая черта безымянниш дефис 14 дефис 1024x523.jpg1024w, https обалдела. Ru WP Content Applaudes 2021-12 безымянниш минус 14 минус 768 на 392.jpg 768 W sizes равно maxuit 1178px 100vw 1178px больше чем. Печальная новость была опубликована на официальной странице фонда Константина Хабенского в Instagram. В сообщении говорилось, что Алена Мешкова отдала работе в благотворительной организации 9 лет. Под ее руководством фонд стал масштабным и заслуживающим уважения проектом. А еще Алена отличалась оптимизмом и гигантской трудоспособностью. Последние дни жизни она провела в хосписе, но и там не переставала работать. Собирала в палате совещания правления фонда Хабенского, проводила зумы, слабее выползала на улицу и кайфовала от погоды, ржала над анекдотами, плакала над тем, что мало успела, грустила, что предстоит расставаться. Нет, она не смирилась и не сдалась. Она просто невероятно достойно и мужественно приняла неизбежное. Ее чувство юмора не позволило ей унывать, а ее жизнелюбие и уважение к каждому из нас, остающихся, не позволяло ей жаловаться, чтобы у нас не осталось чувства вины, написала руководитель фонда, Вера, Ньюта Фидермиссер на своей странице в Фейсбуке. Меньше чем AMG-класс равно Allegencentur Size Full WP Image минус 244384 SRC равно HTTPS обалдела точка ру косая черта WP дефис контент косая черта Applaudes косая черта 2021 косая черта 12 косая черта безымянниш 1 дефис 5. JPG alt равно UIT равно 988 height равно 605 SRC set равно HTTPS обалдела точка ру косая черта WP дефис контент косая черта Applaudes косая черта 2021 косая черта 12 косая черта безымянниш 1 дефис 5.
jpg.98w.htps://abaldela.ru/content/casa/applaudes/casa/2021/casa/1002/casa/bezimyannish1defis5defis300x1814.jpg300w.htps/abaldela. ru.w.p.content/applaudes/2021/12 bezimyannish1.5.768 добавочный номер 470.jpg768w sizes равно maxuid 988px 100vw 988px больше чем. Мешкова знала о том, что скоро ей предстоит уйти в мир иной. И заранее отдала соответствующее распоряжение. Алена попросила, чтобы к ней пускали только самых близких людей. И ее подруга, директор фонда «Созидание» Елена Смирнова, провела часы, сидя под дверью ее комнаты. Как призналась Смирнова, она просто не могла уйти, не сказав Алене слова любви и прощания. Меньше чем AMG класс равно Allegencentur WP Image минус 244385 SRC равно https://abaldela.ru/content/casa/applaudes/2021/12 JPG alt равно UID равно 750 height равно 691 src set равно https://abaldela.ru/content/casa/applaudes/2021/12 jpg660w.htps://abaldela.ru/content/casa/applaudes/2021/12 bezimyannish2defis300x276.jpg300w sizes равно maxuid 750px 100vw 750px больше чем. Три подруги и брат. Это была ее просьба, никого, кроме них. Поэтому я просто сидела много часов на полу за дверью. Я около, рядом. Но меня сложно было выгнать, это эгоизм, но я бы себе не простила, если бы не успела, цитирует Елену Смирнову сайт Starhit. Стоит добавить, что до прихода в фонд Константина Хабенского Алена Мешкова работала в холдинге «Наше радио» и на Первом канале, а также занималась культурной программой зимних Олимпийских игр в Сочи.